Оптимизация работы авиационных предприятий с помощью блокчейн. Американская корпорация General Electric предлагает использовать в авиационной отрасли технологию блокчейн. Ведомство по патентам и товарным знакам США. Корпорации было подано 5 патентных заявок. Направлены новые разработки на улучшение процесса контроля за воздушными судами, мониторинга работы компаний, осуществляющих их обслуживание и эксплуатацию. Технология блокчейн призвана упростить процессы оплаты за услуги, предоставляемые авиационным компаниям. Движение денежных потоков между участниками проекта происходит путем зачисления и списания средств с финансовых счетов. Но списание может проводиться и при помощи криптовалют, логика которых заключается в точном распределении денежных потоков, отмечается в приложении документа.